Доброго времени суток, дорогие друзья, и в данном видеоролике мы вам покажем, как настроить рингтон на телефоне Samsung Galaxy XCover 4. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в настройки этого телефона, дальше перейти в пункт «Звуки и вибрации». Здесь мы можем настроить мелодию звонка нашего. Мы можем выбрать любую из ниже представленных, например, вот такую. Или вообще выключить звук при звонках, а также установить какую-то свою мелодию, которую вы ранее скачали на телефон. Например, у меня каким-то образом здесь есть вот такая вот песня, наверное, она тоже есть на всех телефонах по умолчанию. Мы ее добавляем, и теперь она у нас стоит как рингтон на данном телефоне. Также мы можем настроить вибро-вызов, то есть... Если у вас включен виброрежим на телефоне и кто-то будет вам звонить, то вы будете получать вот такой вот звук. А также мы можем настроить звуки уведомлений и выбрать точно так же любой звук уведомления, который вы хотите. Например, вот такой вот. На этом все. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!